拼命吸引注意，恳求关爱眼神，一进门马上团团包围，就连隔壁室友也凑过来讨摸。На данный момент у нас 72 вольеров, 72 содерживается 403 собачки, то есть не считая 4 мам, которые вместе с щенками. То есть я их ну в мам, пока ну щенки с мамой их не считаем. Вот это только собаки.位于乌克兰第二大城哈尔科夫，这座全国最古老的赛马场，如今成了浪浪的避风港。许多都是人们从东部前线撤离时遗留下来的毛孩。萨格斯扬原本在动物医院当志工，开战不久，眼看毛孩们失去依靠，毅然决定成为他们的后盾，选择优先援助米克斯，也是因为他们最弱势。纯真眼神依然保有对人类的信任。但战争的残酷也在他们身上留下印记。400只狗狗，超过70只都受过伤。幸好透过网络社群，还有许多人心疼他们的遭遇。Лаки поедет в Германию, точный город я не скажу, просто не помню. Вопросом, то есть, ну получилось после того, как он появился у нас, выставили в соцсетях, откликнулись люди, мы их свели с нашими.партнерами в Германии, которые занимаются вопросами пристройства. 即使城市化为废墟，小生命依然持续诞生。战火中一息安稳难求，但只要努力守护生命，至少就守护了身边的和平。大爱新闻，蒋雨婷编译。